дорогие гости фонда и мечети Ярдэм. Рады приветствовать вас на ставшем уже традиционном Курбан Аши, который проходит у нас уже не первый год. Благодаря тому, что люди охотно в этом году резали барана, баранов на Курбан Байрам, сегодня организуется данное мероприятие, и каждый из вас также сможет унести небольшой кусочек мяса с собой. А все знают, да, что был карантин, и, конечно, каждый день мы чувствовали поддержку Ярдэм. Спасибо огромное, Ярдэм. Мне очень нравится то, что не разделяют русских и татар. Большое вам спасибо от членов всего нашего общества, что нас не забываете, что мы всегда с вами. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم. Ярдэм молодцы, каждый год проводят. Спасибо.